Заявление мы просим привлечь данного гражданина к уголовной ответственности в случае, если надзорные органы и следственные органы обнаружат его действия в признаке состава преступления. Мы со своей стороны видим, что в его действиях признак состава преступления, так как он совершил публичные действия в открытом информационном пространстве. Мы просим провести перевод, соответственно, с привлечением специалистов, которые бы установили, возможно, иные составы в его словах, в том, что он открыто, о чем он открыто говорил в сети интернет. Как мне известно, и в открытых источниках его зовут Ибрагим Атубей, он гражданин Турции, он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации, в частности, в одном из субъектов то ли Башкортостана, то ли Татарстана.